Подожди меня внизу. Да. Куда прешь? Дай пройти дальше. Карту на стол. Раздельная. Ну. Одесса. Так. 75 км. В северном регионе. Прибыль что-то около... Риша не подсчитал. Шеф, я не понимаю. Здесь 127 тысяч 28 рублей и 30 копеек. 15. Маловато. Есть новое дело. Сырье надо встретить на станции Раздельной. Кому поручим? Есть у меня кандидатура. Граф сейчас командируется в Ялте. Человек надежный. Чей? Ваш сыночек привел. Его кандидатура. Ладно. Звони. Пусть ждет. У него сегодня встреча с Гошей. От него он получит баксы и расплатится за товар. Окей. Встречайте товар и предупреждаю, без ваших этих штучек. Понял. Буду. Идея с маскарадом удалась. Они ничего не подозревают. А ты отца не боишься? Главное это мстить. Thank you.
Здравствуйте, молодой человек. Присаживайтесь. Здесь валюта и билет на поезд. В раздельной поменяйте на товар. Ты меня принимаешь. На, читай. Мы, Николай Второй. Царе, Машка сегодня моя! Внучатый племянник графа Воронцова по материнской линии. Выдан для получения имения. Что считаешь? А черт, графа упустила. Ну, сейчас все. Кого не спросишь, графья и бояре. Ну так и все. Все. У меня, например, дворянское воспитание. У тебя-то? Во дворе воспитывалась. Слушаю. Привет, подруга. Ой, ну наконец-то пропажа. Откуда ты? Когда тебя ждать? Сегодня выезжаю. Слушай, поезд Симферополь-Одесса. Шестой вагон. Встретишь? Угу. Ты знаешь, ласточка, ну не знаю. Я вообще-то в стране на толчок собралась. Ой, да ладно, чего у тебя горит, что ли? Ну хорошо. Не, ну ты меня дождись. Вместе поедем. Угу. Симферополь, вокзал, двойной плачу. Вставай, вставай, ну. Заказчики пришли, сидят, ждут уже. Мама! Ну, выспаться дайте. Рассортируйте. Проснись, проснись, ну, мой маленький. Вставай, ну. Разив в прошлый раз с меня 20 рублей содрал. Говорит, за дорогу берет. Ой, кошмар. Ну, что ты хочешь, старуха? Он тебе макароны для удовольствия привез. В Одессе покупает. Как думаете, колбасу заказать можно? Можно. Колбаса с сахаром. От счастья. На тебе! Ой. О, явились. Иди отсюда! Иди отсюда! Тоже мне клиенты.
Че, дедок, гоним? Сколько заработал, внучек? Ага. На ваши кровные. О, горб себе заработал. А я тебя, урод перестройки. Да пошли ты. Антоша, сынок. О, народ к приему готов. Запускайте. Угу. По трое. Мне только гречки и чаю. Вот тут все написано. А деньги на продукты и 20 рублей за доставку. 20 рублей? Нет, ты даешь. Еще червонец гони. Голубчик, что ж ты делаешь? Ты нас голыми по миру пустишь. Ага. Голыми, задосытыми. Тетя Наташа, тетя Наташа. Молодец, с утра телеграф разносишь. И уроки, наверное, сделаны. Мама! Сейчас. Ну что, а? Ну что? Телеграмма вам. Ага, буду поезд с подарком дядя Петя. Так, все, пошли. Сыночек, подарок. Бабушке большой привет передает меня. Да ладно, мама, давайте уже объясните, что за подарочек? Попался, красавчик. Молчи давай. Молчи, сыночек. Ну ты же не прав. Послушай, ну, дядя Петя тебя очень любит. Он старается направлять тебя, наставлять на путь истинный. Ну, где ты найдешь еще такого дядю? Надоел. Чего он приедет-то? Морали считать? Сам я знаю, как жить. Да какие морали? Какие морали? Вот ты его только встретишь, передашь ему дипломат, который он оставил, и все, сыночек, все. Ладно. Только ему ничего сообщать не надо. О, хорошо. Вы на каком этаже живете? Я на шестом, а он на первом. Так что же вы хотите? Ха, хотел бы видеть я вас на своем месте. У вас с утра до вечера под окном ке-г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 е. Ляля, поезд подходит к Николаеву. Это вот. Свой. Слушай, я с тебя обалдею, кореш. Ты чего, я не понимаю. Это мой билет. Вась, ты представляешь, этот дворянский парень все время выходит и все время с билетом. Я никак понять не могу. Ну иди, чего ты, я не знаю. А, дядя, раздельная когда будет? Будет, мальчик, как прибудем, так и будет. 6 рублей за постели проходи. Иди. Бери с него 10. 10 рублей с него много, конечно. Я тебя умоляю. Да правда? Такой здоровый мужик, пьяный. Здрасте. Можно мне сесть? Ради бога. Ну, надо же, какая честь. Потомок графа Воронцова. Чепрашим бар, заеду на папироску. Да ради бога. Бери всю пачку. Шикарно живешь, парень? Согласно титулу. Снятся мне сексуальные сны. Сексуально мечтаю о бабе. Вижу я пятилетку страны. Сексуально в масштабе. Ай-я, секс. Вы не в моем вкусе. А я секс. А может, граф еще девс? Я сексуально скотоводчик. А я секс, сексуально озлоблен. Ну, а предки мои между тем, кроме шкур ничего не носили. Сексуальных не знали проблем, сексуально друг друга любили. Ой, нет, этот не мужчина, а вот это мужчина. А я секс, сексуально озабочен. А я секс, сексуально удручен. Я сексуально скособочен. А я секс, сексуально озлоблен. Козы, может, ты меня обслужишь? Ну, я... Сидеть!
Позвольте выйти вон. А я покурить пойду. Каждый секс. Я съел чего-нибудь. Люди! Расшумели. Тебя легче убить, чем прокормить. А ты что, есть не будешь, что ли? Ну я же на диете. Вот жвачку я, пожалуй, съела бы. С ума сошла. От жвачки кишки слипаются. В газетах так написано. Когда я свой бутерброд, лучше пацаненку этому отдам. Видишь, глаза какие голодные, как у бешеной селедки. Кто хочет чай? Давай. Командир! А? Когда в раздельной будем? Утром будем. Слушай, ты разбуди меня, у меня дело там. Окей, мальчик. Вашу фамильярность, сударь, засуньте в карман. А заодно и это. Все будет в порядке. А вы сельский? Не, я городской. Почти. Тоже мать меня в Одессе родила. А батя нас бросил. Паразит. Вот как я родился, так и бросил. Ни семена составил. Нужно дать ему еще один бутерброд. У меня просьбочка. Все помню, дорогой, не имею права спать. Нет, мне бы это водички. И водички можно. И водочки можно. И девочку можно. Все можно, а? Что, не спится? Боишься проспать? Закурить не желаете? Сам. Угощаю. Ух ты. Спасибо. Не, я вообще-то не балуюсь, но от такой фирмы не откажусь. Ну, хитрый же ты, рыжий. Я ж тебя сразу раскусил. Коммерсант ты липовый. Фу. Куревым он не балуется. Ха. Ты что взъелся-то? Ну нет, у меня курево. Ты че, серьезно? Серьезно. Конечно, серьезно. Я в третьей категории, неимущий. Козел. Забери ты свой кэмэл и сделай вид, чтоб я тебя искал. На подходе к раздельной. Привет. Привет. Ты от дяди Пети? От тети Моти. Держи товар. Давай. Что, дипломат, что ли? Ну, давай, давай. Дядя Петя тебе верит. Внимание, пассажирский поезд Симферополь-Одесса отправляет на следующего пути. Ой, мама. Вот же твой сосед вышел или нет? Да спит твой рыжий, как сурок. Идем, будем его будить. Я-то тут при чем? Вам надо вы и будить. Слушай, мальчик.
Кто? А ты что? Папа! Ну давай, давай. Эх, что ж ты, командир? Давай, 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 давай. Выходи, да ладно, иду я, иду. Что вам от меня нужно? Вы что, новый курьер? Ага, курьер. Так давай товары отваливай. Пошли, Золотой, я тебе все отдам дома. Пошли в машину. Разберись. Поконим, мальчики. Урны, что не видят? Убирайте. О, уже проснулись? Подъезжаем, это Одесса. Женщина в дереве!
Слушай, а ты хорошо водишь. И не только вожу. Где ж выход? Назад давай! Что они тебе хотят? Не знаю. Наверное, сумку хотят забрать. Обходи справа. А что в ней в этой сумке-то? Что? Наркотики. Во. Выбросим эту сумку. Она нам не нужна. Прижмись поближе! Козел, отдай сумку! На! Подавись! Сам козел! Слушай, нас не посадят? Куда? Что куда? В тюрьму. Ты надо мной издеваешься. Не хочешь рассказывать о своих делах? Не надо. А так, чтоб порошок от тараканов за наркотики. Ты что сидишь? Пошли домой. Куда домой? К кому? Ко мне. К тебе? Удаёт. Не дает тебе покоя бабкина люстра. Да отдам я тебе ее. Утешу твое графское самолюбие. Ой, а что это у тебя за стрижка такая? Поцелуй меня с разбега засыпает. Совсем дикая стала. Ну, красавчик, ты даешь. Какой вчера концерт закатил, а? Давай. Давай побыстрее. Вставай. У нас сегодня программа обширная. Во-первых, стучаться надо. А во-вторых, концерт окончен. Ну так, давай быстро решать наши дела и адьё. О, черт! Грамотей какой стал. Ну до чего тебя этот капиталистический бизнес-то довел, а? Ну ладно, успокойся. Сейчас все будет. Дядя Петя! Ну, красавчик, готовься. Дядя Петя человек сказал, сделал. Ты играешься ты со своим маскарадом? Так, кстати, недавно видела, знаешь кого? Мишку. Он таким мэном стал. Ну что? Как это ну что? Да он такой крутой. Я ему о погоде, а он мне... Дура!
Успокойся. Одень мою юбку. Ты в таких лохмотьях ходишь. Я понимаю, это твои дела. На, вот одень мои джинсы, а я пока пойду соберусь. Вот, знакомься, это Аделаида. Рыжик. Как интересно, Рыжик. Ну, рыженький, а как, простите, полное имя? Особо приближенное к императору. Потомок его высочества, графа Воронцова. Ну, балбес, подает. А, Аделаида, какого я тебе жениха припас? Я не понял, где товар? Ну, ты сразу-то девку не пугай. Ну, чего ты ерепенишься, товар что надо? Но не все же сразу. Ну ладно. Вы тут покалякаете вместе. А я сейчас буду. Шмотки все собрала. Нос. А я петь могу. Вы какие песни любите? Да мне как-то все равно. Что стоишь, качаясь, тонкая. У любви, как у пташки, крылья ее никак нельзя поймать. Меня не любишь, но люблю я, так бойся ж ты любви моей. А я еще и плясать могу, я у нас в клубе лучше всех отплясываю. Любовь, дитя, дитя свободы, законов всех она сильней. Меня не любишь, но люблю я, так бойся ж ты любви моей. Меня не любишь, но люблю я, так берегись же любви моей. Достаточно. Товар показывать будешь? У меня мало времени. Что здесь? Прямо сейчас? Ну ладно. Куколка, что за шутки? Котик, все в порядке. Продукт уже сварили. Клиент будет доволен. Бабки сорвем. Колоссальные. Ты мне, рыбочка, скажи, где рыжий? Валюту он не отдал? Как не отдал? Убью гада! Откуда это здесь? Откуда это у тебя? Я тебя спрашиваю. Быстро говори, кто тебя подослал. Откуда это? Девочка ты моя, да что с тобой этот
пешон сделаешь, а? Ничего, девка. Мужик, он и есть. Мужик. Нет, ты чего? Да не мужик он вовсе. В Одессу? Опять не удалось женить этого обормота. Доллары. Уже с интуристами связался. Я должна сказать вам очень важную вещь. Ваш племянничек? Я все знаю. Ты, девка, дежурь здесь, а я поеду в город, в милицию. Угу. Сейчас мы тебя отделаем, ты поймешь. Давай сейчас. Пошли. Давайте сюда. Ты кого дуришь, фраер? Ляля. Где Зебакс? Ляля, ты не права. Я последний раз спрашиваю, где зелень? Где в дипломатии? Мальчик, я тебя предупреждала. В дипломатии денег нет. Где деньги? Придурок. Я придурок. Деньги спер дядя Петя. Машину! Куда ехать? Фифочка. Спокойно. Ляля, ты посмотри, какой он себе секс-бомбу. И ты не трогай ее. За работу, ребята. Ищите зелень. Живо, живо, живо. Зелень, так это там, в огороде. В огород? Понял. Там и лопата, и сапка есть. Весь огород перекопал. Там ничего нет. А, я, кажется, знаю, где ты лежишь. Там. Пойдемте. Живо за ней. Момент. Вот.
попрошу вас. Ну и где? Давай, змей, ныряй. Заходи. Да там ничего не страшно, за второй бочкой. Пошел! Где? Ниже. Да не вижу. Ниже, ниже. Оп! Стучите, стучите. Дядя Петя такие двери сделал. Не откройте. Стучите. Беги, беги, фермер, а то тебя здесь замордуют. Что, нормально продали? Что еще осталось? Там еще аппаратура не продана. Твоя доля. Фу, колбасу не купил. О, обмоем. Я такая несчастная. Меня никто не любит. Я даже замуж выйти не могу. Хоть бой. Так ты что, замужем не была? Будто ты не знаешь. Сколько можно? Дом, работа, шмотки, толчок. Ты прости меня, подруга. Устала я от одиночества. А чё? Я б на тебе женюсь. Ты девка справная, работящая. Пожалуй, пойду. Меня что-то развезло. Свари кофе, пожалуйста. Кофе. Отстань. Я пошел. Останься. Собирайся, поехали.
мне идет. Эй! Слушай, отвяжись от меня! Сел быстро! Сел! Ты что, вдурел, что ли? Сел быстро! Поехали! Ты что копаешься? Давай быстрее! Телевизор, магнитофон спустил. Давай, 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 одевайся. Так, сейчас остальное вынесу. Давай, не сюда. Вперед, вперед. Ах ты, Господи. Долетался голубочек сизый. Эти трое, что вошли сюда. Чего? Кого вы ищете? Иди отсюда, иди, давай. Слушай, мужик, они моего племянника повели. Иди гуляй, я сказал, иди, давай. Презервативы есть, я хотел бы померить. Посмотрите на этого юмориста. Теплые презервативы. А на меху ты не хочешь? А чего кричать? Я что, к вам жить пришел? Примерить хочешь? Ну давай, дорогой, давай, давай, примеряй. Испугался, как мать. Вон там, встанем. Лёва, ты не помнишь, я выключила утюг. Ничего страшного, перегорит, новый купим. Валюта. А? Ну? О. Сейчас приедет шеф и размажет его по стенке. Лучше говори правду. Вот где денежки-то гребут. Он
Это французский 850. Можно примерить? Конечно, пожалуйста. Помогите девушке, то у меня рука. Подержите, пожалуйста. Ну, застегнитесь, застегните, ну что вы правы. Ладно. На бочке, слышишь, тебя ляля ищет. Какая ляля? Я не знаю никакой ляли. Твое дело. Ляля, ну может я ему аппликацию на грудях определю. Только без меня. Может, это заставит его говорить. Давай. Падай. Баб. Мама дорогая, какая грудь. Алле? Что? Рыжик на толчке? Сейчас еду! Мужики, мы не того взяли! Рыжик на толчке! Быстро в машину! Идиоты! О, нашлась пропажа. Не понял. Ты что это? Мазь поменял? Чего уставился, мужик? Развязал бы лучше. Слушай, ну похож-то. Похож-то как, а? Ну, сейчас, подожди. Ну. Слушайте. Ну. Если вы хотите найти этого, то он вам там. Давайте скорее на толчок. За ним поехали. Ладно. Давай быстрее. Пошли, там разберемся. Задача. Но сходство-то, черт возьми. Кто твои родители? Потомки графа Воронцова. Я тебя серьезно спрашиваю. Да нет у меня никого. 5 лет одна живу. Как же мать назвала тебя? Да, имя какое-то деревенское, Антонина. Ладно, кого хихоньки, хахоньки, меня вообще в жизни не. А что, костюм мужской носишь? Или мода такая? Какая там мода? Есть у меня парень. Решили мы пожениться. Так его отец ни в какую. Ну, Марк решил отомстить. Приволок меня в мафию. Ну, вроде как курьером. Так они одних мужиков берут. У меня племянник ваш. Ну-ну, не реви, дочка. Сейчас разберемся. Вина! Я не понял. Смотри, шубу сперли. Не понял. Вот
Ну-ка, подержи-ка. Я сейчас. Ты куда? А? Что ты тут стоишь? Как вы там договорились? Что? Ну, откуда ты взялась? Что случилось-то? Где что? Это? Где он? Где? Ну, где его теперь искать? Ну, он куда-то туда пошел. Я не знаю, что. Ладно, пошли. Ну, вот как его? Как его найдешь? А что пошли, случилось-то? Пошли, пошли. Вот он, держи его. Все получится. У, как они тебя. Лялю, давайте их всех сюда. Что, ребята вышли на след китайца? Да, крутой мужик. Найти бы его логово. А знаешь, из чего они наркотики варят? С чего? Из отравы для тараканов. Это вот такие маленькие китайские мелки? Мелки. Стой, стрелять буду, стой! Наша жизнь, увы, сплошной обмен. Меняем мир на 100 других вселенных.
как шкалеры в углу на переменах, как я устал от этих перемен. Судьбы удар, ударов не боюсь, все в этом мире начинаем снова. Но если жизнь предложит отступного, то знаю точно, я не отступлюсь. Шенч, меняя все на свете, идем в горячечном бреду. Шенч, как в дьявольском балете, по расколовшемуся льду. Хрустальный звон, и снова кто-то ставит жизнь мою на кон. Опять на кон. Меняю мир, он у меня в долгу. Меняю жизнь на твердую валюту. Меняю все, и кажется мне, будто уже себя я разменять могу. Финиталя, ну что же без прикрас? Финиталя, комедия крита. Какой пассаж, все снова шито-крыто. Финиталя, отказ прохлад.